значит, на пробежку, а у нас снова снег выпал. Вот так вот. С тучки на тучку, шире шаг, как бы не подскользнуться. Но я все-таки пробегусь. Эх, морозик. Не, ну круто. Вот так мне нравится. Но не подскользнуться с собой. Делайте ваши ставки. Подскользнуться или нет. Если честно, у меня мерзнут руки снимать видосики. Поэтому с камерой я побегаю недолго. Опять загадка. Добегу ли до края города. В общем, все. Физкульт-привет. Ай, да, постскриптум. Как же здесь мои маленькие росточки клёна. Вы совсем замерзли или не очень? Ох, бедные. Если выживете, я вас рассажу ближе к лесу и буду за вами наблюдать. В общем, все, я побежала дальше. Потому что бежать устала. Поэтому приду. Здесь уже край города. Я на самом деле бегу. Просто увидела такое солнышко. В туманности проглядывает. Решила попить. Где разбитые мечты обретает снова силу высоты. И я почти за городом. Такой лед классный. Почти можно подскользнуться. Но на самом деле не очень-то и скользко. Можно бежать до самого-самого краешка города. Вот и все, вот и все. Я добежала. Все, город, пока. Я теперь к осинке. Маршрут такой. То иду, то бегу, то по дорожке, то по земле. В общем, такое у меня утро. Честно, до осины не догуляла, не добежала. Вернулась к Рёну и домой. Завтракать. На самом деле, у меня с собой витаминки. Это мой первый завтрак. Вот такие. Все, теперь точно. На завтрак у меня снова морковочка и жареные кабачки. Вкуснота.